вагон. Железнодорожный вагон. Ну, железнодорожный. Мне можно так сказать. Я не русский, тебе все можно. Железнодорожный вагон, короче. Понятно? Хорошо. Такой вот вагон на дороге на железе. Так. Дальнего следования. Понимаешь? Туда. Там проводник, проводница, туда-сюда, нормально. Все. Все отлично. В общем, первое купе, там сидят русские, и вагон просто отключили от отопления, холодно, зима, вообще невозможно, все. Русские сидят, слушайте, ребят, вообще нереально, что делать? Ну, давайте, короче, пару бутылочек водочки, ну, по старинке, по старой схеме, да, давайте, все, в общем, выпили, все нормально, сидят, все отлично, все, согрелись. Второе купе. Сидят украинцы, тоже холодно вообще, все такие, хлопцы, холодно что-то, да, холодно. Такие, давайте сейчас горилку, цибулю и, в общем, выпьем, да, давайте, все, они выпили, все, согрелись нормально. И последнее, купе африканцев. Холодно. Не голодно. Холодно.